Ремонтные работы возле кинотеатра «Салют» вызвали массу вопросов и слухов среди горожан. Некоторые из них даже подписали петицию против реконструкции. Главные вопросы общественности – кому теперь принадлежит городское здание и что будет на месте известного кинотеатра. Администрация города успокоила – это не реконструкция во что-то иное, а капитальный ремонт кинотеатра, который был просто необходим. Степень износа здания, по оценке специалистов, составляла порядка 50%. Здесь уже что-либо сложно комментировать, когда плитка падала на прохожих на фасаде, да, и когда мы с вами понимали, что, приходя сюда, мы ощущали дрожание пола, и сверху лилась вода. Ну, сами понимаете, что, конечно, здание давно уже нуждалось в капитальном ремонте. Глава администрации Ставрополя поставил задачу сделать кинотеатр «Салют» конкурентоспособным. Нашлись арендаторы, которые за свои деньги делают из советского достояния достояние 21 века. Здесь появятся самые современные звуковые технологии – VIP-залы, кресла с электрорегуляторами, лаунж-зоны и не только. Вместо старых экранов здесь появятся новые, в полтора раза больше прежних, а вот сидений станет в разы меньше. Того требуют условия комфорта. Однако общее количество мест практически не изменится. За счет бытовых помещений вместо двух в кинотеатре появятся 5 суперсовременных зала. Кроме того, арендаторы успокоили горожан. Оригинальная архитектура родного кинотеатра останется, в том числе та самая арка, которая и стала главной причиной петиции. Контур здания не меняется абсолютно. Он остается идентичным тем, тому, который был. То есть он только облицовывается современным композитным материалом. К тому же арендаторы порадовали и своими смелыми сроками. Завершить ремонт планируется до конца этого года. А в начале следующего горожане смогут посмотреть кино на экранах обновленного «Салюта». Кстати, вполне возможно, что название изменится. Но это уже будут решать сами жители. В ближайшее время на сайте администрации появится общественное голосование. Мария Жирова и Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».